Я же милицию вызывала. Мур-то здесь при чем? Ну, это мы выясним. При чем здесь Мур? Вы расскажите, что здесь произошло. Похоже, самоубийство. Флакон от клофелина, предсмертная записка. А хозяин где? Почему? Почему он? На меня вот сразу так все навалилось. Был сын и нет. Была жена, и нет. Я соболезную вашему горю, но придется задать несколько вопросов. Сначала пасынок, теперь жена. Не многовато ли совпадений, Бузырев? Это вы на что намекаете? Что я виноват? А кто? Ты. Что смотришь? Ты виноват. Пришел, о наркотиках рассказал. Мы с Ниной жили, не знали, что Лешка употреблял. А ты, мент поганый, пришел и вывалил все. Ладно бы мне, мужику, а ты ей, матери. Она не выдержала. Руки на себя наложила. Все сказал. Все. Сашка. А прописан, небось, в квартире жены? Сволочь ты. У меня семья была. А ты ее сломал. И про квартиру теперь говоришь. Егор, на экспертизу отнеси на пальчики. А. Правильно, попей водички, успокойся. А то что-то с нервами, Софья Борисовна. У меня есть нервами. Как вы разговаривали с этим несчастным Бузыревым? Он в одночасье и жену, и сына потерял. А вы ему про квартиру. Ну, пусть думает, что мы в этом его подозреваем. Не узнаю вас, Иван Петрович. Извините, Софья Борисовна. Исправлюсь. Юлька, остановись. Нафига тебе жена наркоманка? Жена наркоманка мне нафиг не нужна. Мне нужна ты. Но ты же разоблачил меня с помощью этого Черкасова. О чем теперь говорить? А ты же мечтал уехать на Запад. А я со своим расстрелянным отцом не выезжаю навсегда. А давай разведемся. И все. Уедешь, как мечтал. Юлька, не дури. Я не дурю. Я хочу уколоться. Понимаешь?
том-то и дело, что ты меня не понимаешь. Отчитала Черкасова как мальчишку. Я просто высказала свое мнение. Ну, конечно. Мнение начальства – закон для подчиненных. Я не начальство, Иван Петрович. А ведешь себя как начальство. И со мной себя так же вела. Начинаются старые счеты? Старые, не старые. А ушел я тебя именно по этой причине. Да мне плевать, почему ты от меня ушел. Иди дальше. Выполняй поручение. И жене привет передай. Может быть, будут какие-то указания? Никаких. Софья Борисовна, что случилось? Слушай, мы с тобой почти ровесники. А ты мне по имени-отчеству, ты по имени-отчеству. Какого черта? Софья, ну вы же начальство. Еще один дурак. Слушаю. Маргарита, привет, это Соня. А Иван Петрович дома? Нет, он на работе. А, кстати, что там с югославской стенкой? Он записался, не знаешь? Так, массаж. Массаж. Угу. Вот, пожалуйста. Кочерин, Кочерина, Калашников, Рудников, Погонин. А сколько у вас массажистов? Один. Пузырев Вадим Степанович. Вот как? Ну все, посуду я перемыла. Еда в холодильнике. Может, тебе закусить дать? Нет, не надо. А на выходные я приду. Супчик приготовлю. Приберусь, постираю. Мне не в тягость. А ты держись, Степаныч. Ты сильный мужик, ты справишься. А я чем смогу, тем помогу. Всегда. Спасибо, Элла. Ты иди, я побуду один. Ну да. Что так долго? Да Элла взялась посуду перемыть, что-то завозилась. Это теперь жених хоть куда, ни супруги, ни пасынка. Да радости мало. Знаешь, пасынка-то моего с крыши скинули. С кооператива работников искусств. Ой-ой-ой. Чего полез-то он туда? Понятия не имею. Знаю только, что крови у него обнаружили. Сам понимаешь, что. Ага. Майор Черкасов мне сказал. Что, майор тебя подозревает? Ну нет, пытается. Подозревает, да, но в квартирном вопросе. А про наши дела, про ипподром нет ничего, все тихо. Ага. Так это пускай у нас занимается квартирным вопросом. А мы пока поработаем. На, новая партия. Тут и на ипподром, на другие точки хватит. Хорошо. Ну, добро. Давай. Давай. Давайте, ребята, оперативно по две упаковки в руки.
Девчонка новенькая, что ли? Не знаю. Боря подошел. Хороший человек. Там стоит девушка, студентка педагогическая. Я вам про нее рассказывал. Давай. Юля! Правила знаешь? Он рассказал, я согласна. Садись. Тебя как зовут? Юля. А зачем тебе это? Деньги очень нужны. Паспорт давай. Паспорт зачем? В институте вопросы задавать будешь. Затем, чтобы знать, где тебя искать. У меня совсем не так. Сколько? 1,5 рублей. Давай быстрее. Нет, не спасибо. Эй, алло. Мы тоже хотим. С собой нет. Через 40 минут принесу. Через 40 минут будет вам счастье. А пока давайте все сюда. Слышь, чешите отсюда. Алло. Убито 6 человек в общежитии Марки. Едем к месту преступления. Шесть человек. Что, все поубивали всех? Один живой. В комнате у коменданта. Работай. Здесь будем разговаривать или в камере? Лучше в камере. Здесь меня прирежут. Незадолго до того, как это все началось, пришел парень. Вот такой, знаете, он такой вежливый. Такой аккуратненький. В курточке был. У него на этой курточке значок был. Какой? Сейчас я... Космос. Значок небольшой такой. Отвези его в изолятор. Двигайся. Поехали. Здравствуйте, Нина Павловна. Да здравствуй, Стас. А Юля у вас? Юля у нас. Появилась ни свет ни заря с чемоданом. Потом ускакала в институт. Ну, давай, рассказывай, что там у вас стряслось. Она вам не сказала? Сказала односложно, что поссорились. Как всегда, на ровном месте. Да, почти. Ну, не переживай. Помиритесь. У вас вся жизнь впереди. Ну, молодец. Неплохо сработало. Архитектурным какая-то буза. Держи. Иди домой. Что за буза? Я не знаю, что произошло, но около общежития трупы грузит милиция. Одного парня засунули в медицинскую машину и увезли. Ты все продал? Нет. А, и деньги. Иди. Алло. Да. Это я. Что случилось? У нас проблемы. У
Марки свидетеля взяли. Ладно, не ори. Я разберусь. Спасибо. Спасибо, что проводил. Спасибо, что разрешила проводить. Соня. Ну, рассказывайте, чего у вас хорошего? Ну вот, я узнала, что ты опять не записался на Югославскую стенку. Ну, как ты узнала? Я свои источники не сдаю. Мам, не заводись, а? Я не завожусь. Я просто хочу, чтобы папа хотя бы немного думал о семье. Мам, а папа мне «Одиссею капитана Блада» подарил. Да. Книга про пиратов. Это то, что тебе надо в этом возрасте. А что нужно мне в моем возрасте? Уроки учить. Даешь, будем уроки учить. А ты почему не доел? Потому что наелся. Иван Петрович, простите меня, но я не хотела вас задеть. Ну, просто мне показалось, что вы слишком жестоки с этим Пузыревым. Чего ты извиняешься-то? Ну, подумаешь, обменялись мнениями. Нормальные вещи в нашей работе. А вот нормально сегодня то, что в нашем отделе появился крот. Кто? Вы что? Да, крот, сын. А тот, кто... донес моей жене, что я не записался на Югославскую стенку. Вот мне интересно, кто? Иван Петрович, ну я позвонила вам. Трубку взяла Маргарита, вас не оказалось. Ну, как-то слово за слово, невзначай про эту стенку. Соня, запомни, искусство допроса в моей семье находится на недосягаемой высоте. Простите, виновата. Теперь придется записываться на эту Югославскую мечту. Ну, хотите, я вас запишу? Мне несложно, я искуплю свою вину. 300 метров пройдено за 22 секунды. Итак, цитирует резвый. Его обходит Паршев. Паршев идет к Катьку. Но нет, резвый. Резвый сокращает разрыв. Но смотрите, его настигает Заря. Они почти сравнялись. Кто же будет призером? Иди, давай. Все-таки лидирует. Участники приближаются к финишу. Серёжа, а? Евгения Васильевна, ну вы не расстраивайтесь, не последний же ведь вы поставили. Ты только о деньгах и думаешь. Какой ты скучный человек. Бабушка имела в виду азарт. Бабушка, давай я поставлю на следующий заезд? Давай. На герцог. На герцог. Вы что, герцог никак не потянет? Ну да, много ты понимаешь. Герцог экстерьер, у него резвость, он трехлетка. Лучше не придумаешь. Нет. Перестань спорить. Бабушка, я пойду поставлю. Конечно, бери вот деньги. Как хотите. Здравствуйте. Здравствуй, Женечка. Игорёша. Виски будешь? Нет, воздержусь, ты же знаешь, у меня связки. Так мысли трусами нас делают ворота. Шекспир. И так решимость наша тихо гаснет, бледнеет от ненужной мысли. Ой, да. Вот знаешь, последняя отдушина. Ведь все приходится продавливать. Пробивать бетонную стену собственным лбом, понимаешь ты? Горком партии требует, чтобы я изменил мою коллекцию в сторону скромности. О. Они хотят отделить мои мысли, фантазии от меня самого. Как церковь от государства. Удушье. Извините. Да? Можно ваш автограф? Конечно. Прошу. Спасибо. Шотландский. Спасибо большое. Виски. Да нет, что. Очень хороший. Одна манекенщица привезла. Какая же у тебя все-таки профессия? Завидую. Арестованный студент Мархи показал, что наркотики можно купить не только в общаге,
но и в институте. Туда же наведываются и продавцы. Что скажешь, Сергей? Я займусь этим делом. Только не в одиночку. Маркуша, подстрахуй. Угу. Чего окислился-то? Егор, я здесь на работе. И ты здесь на работе. Так что будь добр. Избавь меня от своих сопливых переживаний по поводу любовного треугольника. Ясно? Ясно. Вопрос есть? Нет. Но это было давно. Когда? Ну, месяца три назад. А при каких обстоятельствах? Мы с ребятами были в кафе «Мороженое Космос» на улице Горького. Ну и какой-то парень к нам подсел, слово за слово, и предложил попробовать. Ну, какими словами? Он сказал, что есть возможность расслабиться. Ну, мы отказались, и он ушел. И как он выглядел? Парень как парень. Кафе «Космос». А значит, как «Космос» у него не было? Был. Я и тогда еще подумал, что это как-то связано с названием кафе. Ты знаешь, Славка, это кто-то планомерно затягивает ребят в черную дыру. Делает это не один человек, а целая организация. Черкасов. Иван Петрович, арестованный студент МАРХИ повесился в СИЗО. Сейчас буду. Я не понял. Вообще не понял, как все произошло. У задержанного все изъяли. И шнурки, и ремень. А у него, оказывается, в поясе штанов была резинка. Я, конечно, все проверю еще раз, но на самоубийство это не похоже. Даже не сомневаюсь. Он в камеру просился, чтобы выжить, а камера его не спасла. Иван Петрович, ну вы куда? А допросить сотрудников изолятора? Да допросы сейчас ничего не дадут. Они опять будут рассказывать про резинку в брючном поясе, об ошибке. Каяться, плакать, менять свои показания. Мы не узнаем, кто убил парня. Они стеной встанут. Подождите, ну нужно же что-то делать. Напишу представление в прокуратуру, чтобы за халатность уволили всех сотрудников этого изолятора. Нам главное найти распространителей, нащупать их связи и через них выйти на организаторов. Давай разведемся. Тебя паспорт просили? Вот хорошо, давай зайдем к нам, я свой возьму. Заодно свои вещи соберешь. И подадим заявление. ЗАГС сегодня работает, я узнала.
Какая же ты сволочь. Думай, что хочешь, но я не дам тебе пропасть. Почему у нас нет с тобой обручальных колец? Потому что не модно. А вот смотри, какие я сделал модные. Нам с тобой. А? Смотри. Вот это тебе. А это мне. Ну вот. Совет нам да любовь. Хочешь, давай распишемся. Пойдем в ЗАГС. Куда? В ЗАГС. Подадим заявление. Поженимся. Детей родим. Хочешь детей? Не знаю. А я хочу. Девочку. Маленькую, с бантиком. Она непослушная будет. Вся в меня. Юлька. Константин Евгеньевич, проходите, пожалуйста. Что случилось? Там кого-то убили. Пулей. Что за шум? А говорят, что вы там кого-то убили. Пулей. Милейшие, преферанс – это карточная игра. Сыграть – это значит расписать пулю. Пипов! На вас я уже написала заявление участковому. И еще напишу. Ну? Писательница! Она не обращайте внимания. Позвольте. Проходите, товарищ. Спасибо. Приветствую. Нас ждет увлекательный вечер. Карта у меня сегодня идет. Давайте. Так.
только я разобрался с этим студентом из общаги, как на тебе! Новая новость. Муровцы снова сели нам на хвост. Чего? Да они опросили всех студентов Мархи. Всех-то одного. Хозяин сказал сменить сигнал. Космоса больше не надо. А что? Теперь будут повязки ДНД, добровольной народной дружины. Будут помогать мне обеспечивать сохранность правопорядка на вверенном объекте. И скажи, чтобы оделись-то поскромнее. Ну, это понятно, соответственно. Лошади выходят на финишную прямую. И на последний смех победу вырывает долги. Значит, исчезли значки. Да. Хорошо. Кому выгодно сокрытие правды? Отделение при ипподроме? Похоже на то. И, возможно, самоубийство парня в изоляторе. Из этой же оперы. Люха, понарой-ка мне материал на начальника отделения при ипподроме. Хорошо. Слушаю. Иван Петрович. Ну, это ты зря. Связывать свою жену, удерживать ее силой. Ну, дикость какой-то, ей-богу. Ты же не начальник психушки, еще бы к батарее привязал. Да я растерялся, пытался как-то исправить ситуацию. Сейчас понимаю, что сглупил. А что делать дальше, не знаю. Стас. Ипподром. Там все завязки. Попробуй стать там завсегдатаем. Игроком. В общем, своим. Как это поможет мне ее найти? А вот увидишь, поможет. Все, кто связан с наркотиками, всплывают именно там, на ипподроме. Хорошо, понимаю, я попробую. Дай, пожалуйста, ставь меня в известность обо всем, что ты будешь делать. Обещай мне это. Хорошо. Он написал представление в прокуратуру по поводу изолятора. Всех моих людей убрали за халатность. Никого не осталось. Схема понял. Да. Ну, поручу Базареву, он все исполнит. Здорово. Здорово. Держи. Товар вон, в бардачке. Значит, хозяин велел поменять схему. Вот, на. Купи конверты на все. Товары распихай по конвертам и заклей. Ребят своих отпусти на недельку. Пусть проветрятся. И надо договориться с кассиршей, чтобы она выдавала конверты клиентам. Элла, что ли? Элла. А если не согласится? Так ты сделай так, чтобы согласилась. Выдавать будет по кодовому слову. Какое слово-то? Сокол. Клиенты приходят во вторую кассу, делают ставку на Сокол, на седьмой заезд. А заездов всего 6. Это будет сигнал для Эллы. Она берет деньги и выдает квиток вместе с конвертом. А в конверте... Товар, ну понятно. Вот. На седьмой на Сокола. Не влипнем? Мы влипли тогда, когда твой пасынок за каким-то хреном попёрся на крышу кооператива. Без этого никакой бы Черкасов нам на хвост не сел бы. Ладно, пока. Пока. Второй номер, Рыжик, наездник Дмитрий Васильев. Третий номер, Жеребец Алмин. Посмотрите, какой наш игрок. Четвертый номер, Барсов, наездник Васильев.
Слушайте, мужики, а где здесь можно купить? Что купить? Ну, как что? Товар. А, ладно. За ним по пробке пучно идут Рыжик, Алтин и Заря. Остальные остаются. Вот я точно выиграл. Да. Стас, ты что ли? О, Стасик! Рад какая видеть. Встреча! Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ты что, играешь что ли тоже? Нет, решил проветриться. Познакомьтесь, Игорь, Стас. Да, знаю. Игорь, знаю. Стас, прекрасный художник. Спасибо. Ну что, как жизнь, как творчество? Да ну как сказать, тестя же моего расстреляли. А, да. Да, меня заодно отовсюду поперли. В общем, творчество в самом разгаре. Да. Слушай, ну я тебе помогу. Ты знаешь, мне нужен художник. Точно. Я могу подкинуть тебе работу. Да. Давай. Слушай, вот ты мне позвони буквально на днях. Да. Позвони мне и... Все. Я все сделаю. Помочь человеку, пострадавшему от советской власти, это мой святой долг. Спасибо, позвоню. Давай, давай. Обязательно. Когда-то активно сотрудничал с милицией, помогал им во всем. А теперь, видишь, сам пострадал от советской власти. Судьба. Объявляется заключительный 6-й заезд. Ставка на 7-й заезд, на Сокола. Спасибо. Объявляется заключительный 6-й заезд. Ставку на Сокола. На 7-й заезд. Майор Черкасов, собственной персоной. Ну, рад, что вы меня помните. Рад бы забыть. Что так? Хочу заявить. Вот этот человек мне угрожает. Говорит, что я допрыгаюсь. И крови моей напьется, говорит. Вот этот? Угу. В таком случае, пишите заявление в участковом. А я уже написала. Проходите. Прошу вас. Угу. Надеюсь, вы не подозреваете меня в покушении на жизнь чужой домработницы, а? Ни в коем случае. Слушайте, может быть, чайку, а? Нет, пару вопросов. Да-да, эти ходы мы знаем. Пару вопросов и больше ничего. Потом и черный воронок. Как здоровье? Да вашими молитвами, вот здоров как бык. Ну, а если здоров как бык, зачем на массаж ходить в ведомственную поликлинику? Это тут при чем? Ну, во-первых, массаж – это просто массаж. Это же не лечение, это профилактика. Тем более бесплатно в поликлинике нашего ведомства. Да. А вы в курсе, что парень, которого сбросили с крыши вашего дома, пасынок-массажист? Нет. Вообще-то, вы знаете, у меня нет обыкновения лезть с расспросами о чужой семейной жизни. А массажист уже ни о чем со мной особо не говорит. Молча делает свое дело, и все. Ну что ж, ясно. Извините за беспокойство. Ага, до свидания. О, вот это да! Нам следователь пожаловал. Здравствуйте. Здравствуйте. Неужели вы меня ждали? Конечно. Вы всех посещаете, спрашиваете, допрашиваете, а мы ни при чем. Ну, неужели нас не в чем заподозрить? Даже как-то обидно. Бабушка, не всем понятны твои шуточки. Ну, чё же? Вполне. Ну, вот, пожалуйста, человек понял. Не все такие примитивные, как твой жених. Пожалуйста, бабушка, прошу вас, садитесь. Дай что, голубушка, сделай ты к нам чаю. Слушаюсь, ваше благородие. Ну, так чем я могу быть вам полезна? Мне даже трудно так сказать. Да говорите, как есть. Я жена боевого генерала. Я умею хранить военные тайны. Ну? Меня интересуют жильцы этого дома, которые посещают ипподром. А, вы попали по адресу. Так, с чего же мы начнем? А начнем мы, пожалуй, с Качериных. Вот. Так.
Он ученый, она актриса, они бездетны. Ну, их семейные отношения мне не ясны, но я точно знаю, что у нее роман с актером Калашниковым. Да, Калашников, артист, вдовец. Ну, если перефразировать название знаменитой оперетты, он веселый вдовец. Калашников старший, профессор, кажется, химик, страдает от того, что сын жуир и мут. Бабушка, ты опять сплетничаешь? О, нет, я не сплетница. Я летописец этого дома. Пожалуйста, прошу вас. Так, кто же у нас еще? Галочка, Галя Калашникова, его сестра. Умница, красавица, разведена. Вот по моему наблюдению, она глубоко несчастна и очень одинока. Так, Погодин. Он так довольно популярный. Может быть, даже вы слушали его. А, да, слышал. Ну и не надо было его слышать. Он такой, знаете, престарелый Робертино Лоретти на пенсии. Ну ничего, симпатичный. Не женат. Ну, конечно, имеет любовницу. А по моему разумению, так и не одну. Бабушка, это все твои выдумки. Перестань. Ну да, выдумки. А скажи мне, пожалуйста, для чего он на прошлой неделе покупал у меня бриллиантовые сережки и роскошное кольцо с изумрудом? Для себя, что ли? Как? То есть покупал? Бабушка, ты что, продаешь наши драгоценности? Да, я обожаю транжирить твое наследство. У меня роскошная ювелирная коллекция от прабабушки, бабушки, мамы. Ну, конечно, когда я умру, и все ей достанется. А сейчас, пока я жива, я могу ею распоряжаться по собственному усмотрению, как хочу. Но экономно, не бойся, экономно, очень экономно, не волнуйся. У вашей внучки есть жених. Что вы можете про него сказать? Никто и звать никак. Да еще к тому же, не москвич. Ну, он вроде бы жених вашей внучки. Ну что? Я просто позволяю ему бывать у нас в доме. И даже целоваться с Женечкой. Ну и что, пусть, дело молодое. Но жениться? Нет. Только через мой труп. Скорее бы уже. Ну что, у меня есть две новости. Одна плохая, другая очень плохая. Давай по нарастающей. Давай. Предполагаемый синтетический наркотик состоит из нескольких компонентов. Вот тебе их перечень. Зина, а если этот перечень взбить или взболтать, как эта смесь называться будет? Точное название знает их автор. Это не я. Но я обнаружила в составе следы пеларгоновой кислоты. Давай назовем это условно пеларгонат. Ты что, издеваешься, что ли? Я это в жизни не выговорю. Пеларгонат. 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 Ну, а самое страшное? А самое страшное, что компоненты этого наркотика можно найти только на химкомбинатах. Ни в аптеке, ни в магазине. Не купишь? Нет. Пеларгонат. Ну что же, если у тебя есть подозрение на организованную преступную группу, которая занимается распространением этого... Пеларгоната? Да. Ставь в известность КГБ. Поговори с Лебедевым по-свойски, по-человечески. Попробуй. Попробуй. А потом, когда мы раскроем преступление, они припишут победу себе. Вот на это-то мне наплевать. А ты не плюй в колодец, Иван Петрович. Будем работать с КГБ. Опять Лебедь? Ну ты же продолжаешь работать за Горкушей, ничего? А у меня выхода нет. Вот и у меня тоже.
Саш, зайди. Проверь все химкомбинаты, прощупай через первый отдел и возможные утечки сырья. Без лишнего шума. Слушаюсь. Спасибо за информацию, товарищ Черкасов. Роберт Михайлович, наркотики напрямую связаны с убийствами. Давай работать совместно. Думаю, что не стоит смешивать котлет с мухами. Да и кто же здесь мухи? Считай, что КГБ. Мы не обидчивые. Иван Петрович, не начинай. Погоди, Вася, не торопись уходить. Предоставь-ка мне полную документацию на проверку. Алло, это я. Случилось. Особист нагрянул. Угу. Взял всю документацию для проверки. А я ж не успел почистить. Ну. Хорошо, понял. На нашем месте. В 23:00. Сегодня, да. Скажите, что я теперь должен делать? Я же на работу буду, мне особист вопросы начнет задавать. Потому что сырье подевался. А я должен отвечать. А что я должен отвечать? Что? Если я врать начну, он меня сразу раскусит. Страшно мне. Мужик, ты чё? Ты чё, мужик?